Валентина Хохлова уже третий год подряд семена для своей дачи не покупает, а получает в подарок от партии «Справедливая Россия». Признается, что в этом году с нетерпением ждала, когда их начнут выдавать. Сейчас женщина перебирает только что полученные пакетики и отмечает, что в этом году ассортимент семян расширился. Хорошая всхожесть и то, что надо. И огурчики, и редисочка, и свекла, и капуста. В общем, то, что необходимо. Подобный подарок может получить любой желающий. С начала апреля стартовала акция «Справедливый урожай». Абсолютно всем бесплатно выдают семена для дачных участков. Таким образом, партия «Справедливая Россия» поддерживает приморских пенсионеров. Пусть это такой небольшой вклад нашей партии «Справедливая Россия», но урожай получится с этих вот 5-7 пакетов достаточно серьезный. Причем семена проверенные, семена почти со 100% всхожестью, которые мы точно знаем, что они адаптированы для Дальнего Востока, для Приморского края. Сама акция проходит шестой год подряд. Уже традиционно в апреле месяце на протяжении 2 недель. Семена можно получить в отделении партии «Справедливая Россия» и в офисах компании подряд по адресам Жигура 34 и Партизанский проспект 42. Для некоторых клиентов такой подарок становится приятной неожиданностью. Ага, огурец. Ну, конечно, пригодятся. Когда собираетесь садить? Ну, что-то в апреле, что-то в мае. Это зависит от погоды. А с 1 сентября стартует фотоконкурс от «Справедливой России». Дачникам предлагают сфотографировать выращенный урожай из полученных в подарок семян. Итоги подведут уже в конце первого осеннего месяца. Победители получат полезные подарки – блендер, мультиварку и сертификат на 7000 рублей на покупку садового инвентаря. Ирина Мокрицова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.